Теперь обо всем поподробнее. Более 150 миллионов рублей потратили в текущем году на ремонт объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава округа Владимир Ужицкий. В настоящее время в работе находятся поликлиники и отделения больницы в Люберцах, Томилине и Октябрьском. Ремонт поликлиник и больниц – одно из приоритетных направлений работы Минздрава Московской области. На модернизацию объектов здравоохранения в городском округе Люберцы потратят более 150 миллионов рублей. До конца 2018 года завершат ремонт 6 зданий – хирургического корпуса, 1 и 3 поликлиник в городе Люберцы, 2 и 3 томилинских поликлиник и поликлиники номер 4 в Октябрьском. Кроме того, в этом году запланированы работы в 4-й томилинской поликлинике и в детском смотровом кабинете Люберецкого кожно-венерологического диспансера. Также начнется ремонт в Люберецком роддоме и стационарном отделении номер 2 районной больницы. Закончится работа уже в следующем году. Ремонт зданий системы здравоохранения проводится в соответствии с государственной программой Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Александра Томей, телеканал ЛРТ. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.